В этой рубрике программы речь пойдет о праве наследования, сделках и распоряжении имуществом. Телезритель Олег Петрович интересуется, можно ли проверить дееспособность продавца недвижимости до совершения сделки? Да, конечно. Если сделку удостоверяет нотариус, он в обязательном порядке проводит проверку, в том числе и дееспособности сторон. Мы для этого делаем запросы в ЕГРН о дееспособности, которые действовали до 1 января прошлого года, а также запросы в ЕГИСО. Доступа у вас, естественно, к этим базам нет, поэтому если вы делаете договор в простой письменной форме, все риски вы берете на себя. Если в нотариальной, нотариус все проверит. Ваши вопросы мы ждем по телефону 8 86 92 88 51 03.